на пляжных вот этих пейзажах я бы не затерялась со своей попой, потому что, ну, для нашей страны у меня тоже считается большая попа. ¿Qué tal, forasteros del Perú y del mundo? Si aún no me conoces, mi nombre es Jorge y yo soy el creador de Forasteros por el Mundo. Hoy día tenemos una súper invitada aquí en el lejano oriente ruso, en Jabárovsk. Estamos con Ornella. Sin más palabras, vamos a saber un poquito de su vida y muchas cosas que ella tiene por contarnos, sobre todo respondiendo a las preguntas de mis suscriptores. Un fuerte abrazo. Bueno, chicos. Hola. Привет. Beso. Peruanский стиль. Привет, Джордж. Okay. Все супер. Меня зовут Орнелла, я из России, города Хабаровск. Хабаровск. Okay. Я new модель в нашем маленьком городе Хабаровск. Okay. Ahora cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes en el modelaje? ¿Y cómo es la vida en el lejano oriente? Háblame y cuéntanos de ti. В этой сфере я работаю уже более 5 лет. На Дальнем Востоке, честно признаюсь, здесь очень тяжелый климат. Зимой очень-очень холодно. Да. Сильные ветры, а летом очень-очень жарко. Как ни странно, очень такой прям влажный климат. И еще мошкара. Но... В принципе, ну, я уже привыкла. У меня есть муж. Мы строим свой маленький домик. Живем за городом. В свободное время. На самом деле мы много работаем, конечно. Но в свободное время любим баню. В баню ходить, да. Очень классная вещь. ¿Qué es lo mejor de ser modelo? Lo mejor de su trabajo. В моей работе, что мне больше всего нравится, то, что я могу лишиться очень многих комплексов за счет этого. Ну, я уже прошла эту работу большую, теперь я полностью, наверное, себя устраиваю, конечно, во всех отношениях. Ну и, конечно, любовь поклонников. Приятно быть частичкой искусства. Ну и, конечно, любовь поклонников. La siguiente pregunta es, ¿conoces otros países? ¿Qué sabes de América Latina? О Латинской Америке? Я знаю, что в Латинской Америке очень красивые люди в целом. Латиносы. У латинских девушек очень красивые попы. Да. Ты тоже. Что? Ну да, я думаю, что на пляже, ну, на пляжных вот этих пейзажах я бы не затерялась со своей попой, потому что, ну, для нашей страны у меня тоже считается большая попа. Мне повезло. Конечно. Правда, никогда не была на теплом море, я была только на холодном. Ну, наше, которое здесь, Японское море, Охотский пролив. Ну, я даже сама рыбачила, кстати, ловила кальмаров. Pero le gustaría ir a algún país latinoamericano, qué país le gustaría conocer? Бразилия. Перу? Что? Перу, конечно, да. Okay. Мне нравится темперамент, люди. Мне нравится, что там люди без комплексов. У нас с этим тяжеловато, конечно, в стране. Что люди не боятся показывать свое тело. Ухаживают за немного. Ну, просто культура красивого тела, это вообще здорово. ¿Qué es lo que más te atrae o te, no sé, te puede llamar la atención de un hombre? Olvídate que está casada. Да я не думаю. Мне, конечно, нравится, когда мужчина держит свое слово. Когда мне нравится, когда у мужчины большие руки. Да. Руки, в смысле ладони. Bueno, petizos abstenerse. Y una pregunta más que me hicieron suscriptores. ¿Saldrías con un fan o un suscriptor al menos una salida amistosa? Да, для большой попы должны быть большие руки.
saldrías con un suscriptor, ¿qué tendría que hacer ese suscriptor para llamar tu atención? Да, у меня был случай, когда я встретилась случайно на улице, меня встретил мой подписчик. Ну, и я была в шоке. Я, на самом деле, я стеснительная, несмотря на то, что я работаю не моделью. Я немножко так смутилась. Ну, он, конечно, такой был взволнован встречей, что он меня встретил на улице. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Físico, dinero o los sentimientos? Ну, в первую очередь, конечно же, чувства. Но без денег плохо. Орнелла, ¿qué piensas? Y quiero saber si te gusta saber que eres el sueño erótico de muchos hombres. Ну, я считаю, что это, в принципе, нормально. Если я работаю в этой сфере, у меня нету какого-то комплекса по этому поводу. Мне это, думаю, даже приятно. Да. Нравится? Да. Конечно. Если бы мне не нравилось дарить свою красоту миру, я бы не работала в этой сфере. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Сложно сказать, конечно. Опа. Почему? Да я вся идеальна. Попа. Ну, попа шикарная, но я вся себе нравлюсь. Si tuvieses que emigrar, ¿a qué país sería y por qué? Сложный вопрос, на самом деле. Откровенно говоря, я ни в какой другой стране не была. Поэтому мне сложно судить. Но я всегда мечтала путешествовать, и я бы, наверное, хотела побывать в кругосветном путешествии, чтобы увидеть каждую страну со своей стороны, какие-то плюсы, минусы. Ну и уже тогда понять, где бы я хотела остановиться. Ну, возможно, я бы хотела остаться в своей стране, в России. ¿Tienes interés algún conocer a un latinoamericano? ¿Alguna vez estuviste con un latinoamericano? Ну, вообще, в принципе-то, конечно, интересно пообщаться с человеком, да, другой культуры. Ну, я вообще к этому отношусь. Si estuviera soltera, ¿se iría a un país, a otro país por amor? Сложный вопрос, на самом деле. Я такой человек, я немножечко скептична в отношении любви. Ну вот если ты давно уже с человеком, вот здесь я верю, что здесь по-любому чувства. А вот в любовь с первого взгляда я не верю. Окей, muy bien, también buena respuesta. Суровая русская женщина. Передаю привет всем подписчикам Джорджа. Подписывайтесь на него, смотрите его наше интервью. Получайте удовольствие. Пока. Хочешь вино? Пока. Окей, chico, voy a tomarme un vinito con ella. Ya, vamos, vamos, vamos. А я не пью. Я не пью. Vamos, chao. Vamos,
amor.